Программируем D8 строчку. Заходим в меню программирования. Жмем долго посерединке. Пишет D7, нам надо D8. Меняем на D8. Нажимаем буквочку S. Это программирование, меню программирования 8 программы. Сюда ставим длину, номер, порядковый номер стежка будет. Ну, с первого начнем. У него длина 3 мм, один стежок. Поменяем. Стрелочки влево-вправо. Меняем последний пункт на 2 стежка. Пойдет. Вторые стежки. Отмечаем вторые. Сейчас все стоит по нулям. Сюда ставим длину тоже. Нет, сделаем стежок назад. Идем в минуса. Минус 2,5. И их я сделаю тоже 2 стежка. Третьи стежки. Берем длину. Третьи стежки. Берем длину 3 мм. 3 мм вперед. И сделаем 4 стежка. И четвертые стежки. Берем длину минус 1,5. И сделаем 3 стежка. Все, нажимаем буквочку S. Значит, это меню программирования. И буквочку P входим в основное. Это был 8 у нас программа, да? Здесь меняем на 8 программу. Нажимаем буквочку S. Она у нас сейчас должна шить. Я запрограммировал почку.